Привет всем стратегическим жевжикам, а если вы не жевжики, то как вы оказались на этом видео? Ведь тут только для стратегических жевжиков все. Вы слышите жевжика Алексея Халецкого, который ведет Шотландию на последнем уровне сложности, на божестве, в Sid Meier's Civilization 6, к доминации, надеюсь. Со случайными технологиями и со случайными социальными политиками. Сложно, сложно. Отстаю. Но вроде есть просвет. Хоть какой-то, хотя вот тут у нас Майя. О, Майя уже даже запустила. Да, короче, мне очень нужен уран, которого у меня нету, судя по всему, да? Может, хотя бы в Австралии будет. Там, где я захватываю. Сколько вообще на карте урана? 6. На карте только 6 урана. У Голландии. У Мапуче. У Спарты. У Эфиопии. Да. Ну и как Майю останавливать? Спрашивается. О, так, у меня есть один посол. А, некуда его отправлять. Пока. То есть надеяться только на... Так, ладно, значит, у меня урана нету. Я думаю, что можно тогда это... О, тут разрушенный мед, оказывается, блин. Сейчас починим. И отправлю... А, и тут еще надо улучшать все. Так. Починили, починили. Один заряд. Давайте рыбу. Обработаем. Так, этот у нас... Это улучшает. Здесь я построил, да, все-таки, да. Построил. И здесь построил. Давайте тут уже космопорт тогда сразу сюда поставлю. Нам исследовательские гранты. Надо, чтобы космопорты везде были построены. Так. И этого сюда... Нам надо закончить. Когда, через сколько? Блин, следующим ходом еще больше надо будет. Но пока еще не полностью ведь, да? Четвертый уровень. И в Брисбене он ничего не построил, да? А, ну тут не топится. И здесь ничего не топится. Ладно, тогда хорошо. Ну, Аделаиду вроде возьмем. Сколько у нас до следующей эпохи? 8. Ну, нормально. Да, да, это, конечно, прикол. Ну, я тут постою. Я подожду еще военного инженера. Дальше проделать дырочку. Великий Зимбабве, да, ну вот меня, конечно, Майя смущает. Ракетостроение, ну она даже спутники уже открыла. А ракетостроение у нас только еще Гильгамеш открыл, Египет открыл, Рим открыл. Ну и я, да, блин, а она уже в спутниках. Нанотехнологии тут. Нафига я? Нафига мне сейчас пока атомная подмена не надо? Мне как раз синтетические материалы надо. Да, и тут, по-моему, крутой какой-то ученый, да? Озарение всех тех информационной эры. Да. Это очень круто.
Ну, пока я тут космопорты строю. Не, ну, по идее, я его беру. Через 7 ходов. Так что, наверное, можно пока не беспокоиться. Спартхиатес, калосе и эсан. Не, по-моему... Я förmodar att du bara syn... У меня еще 2 каравана можно организовать. Блин, может с Египтом засоюзиться? Я думаю, к нему караваны будут офигительные бегать. Какие-то у нее союзы. Но я точно на Египет нападать не буду. Я не думаю, что она меня может догнать. Культурный. Ну, давайте. Не вижу. Я и буду платить. Ну, однократно, правда. Ладно, давайте. Выгодно к Египту посылать. Так. Значит, какие у нас доступны пути? Откуда самые крутые побегут? А, все-таки... Странно, что не в Египет. Там еда, кстати, в Египте. Может, на еду поотправлять? У меня жилья уже нигде нет. У меня уже все... Хотя вот и Кален, и Скон медленно растут. Вот из Калена. В Мемфис. Да что тут смотреть, просто надо тут купить торговца. И тут купить. Правда, теперь надо будет внимательно за денежками смотреть. Ну да, успеем тут достроить. Следующим ходом Аделаида падает. Уголь еще есть. Но мне, правда, в дальнейшем уголь выторговывать не у кого будет. Не за что, точнее. Нету ни дипломатических очков, ни денег. Нет, никакие шедевры я не отдаю. О, это у меня вовремя шпион сработал. Какие-то самоубийцы приходят. Так, Аделаиду мы уничтожаем. Наверное, да, почему не выбирается-то? Постою этот ход. Демократия начинается у нас. Да, тут все верно. Давайте плюс 4. Мне надо в города-государства быстрее послов получать. 539, 12.
12 угля, так. В Мемфис 9 еды, 8 производства. Вообще зашибись. И этот тоже в Мемфис. Да, это наверное, все-таки я неплохо союз заключил. Так, рыбу можно собрать, но с другой стороны, нафиг мне это. Я лучше тут пообрабатываю. Ну ладно, наверное, на диверсии прокачаю, попробую разрушать майя все. Так, в Сиднее, лабы. И дальше... Рано природа... А, блин, я же хотел, кстати, тут выбрать. Вот так. Вот археологи, видите? Выбираю. И где вот оно здесь? Вот там она. Видите, за этой глюк, короче. Так, сколько ходов? 6. И мне... Ну, подожду. Мне главное, чтобы были деньги на апгрейд этих ребят. Это у меня будет 4 очка за... Просто я могу какими-нибудь другими путями эти очки набрать. Надо подождать. Ой, больно. Что-то Швеция меня осудила. Написано из-за разных правительств. Так я только что на демократию поменял. Нет, это мне ничего не надо, спасибо. Да, впечатляющее у меня. У Грузии почему-то больше. Почему Грузия самая сильная внезапно стала у нас? There's so much plastic in this culture that vinyl leopard skin is becoming an endangered synthetic. Так, ну по идее все-таки получаю этого парня. Меньше усталости от войны накапливается. Да, прям даже использую. Сразу. Так, это источники исторического места. Это нам надо археологов сделать. Тут у нас как раз археологический. Здесь художественный, здесь художественный, археологический. Так, пока все. Тут, по-моему, еще да, тут ничего не построено. Так. Хм, он мне как бы говорит, разграбь, у меня деньги нужны постоянно, поэтому разграблю. Будет тут лечиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Да, норм. Конечно, два места, откуда он может обстреливать, но я думаю, что Брисбен я возьму все равно. 82 силы. Так, вот у нас три посла. Ну, давайте, наверное, в Хатусу пока. И еще пока один остается. 500
570 науки. 505 у Египта. 342 у Майя. Но 342 Майя уже там впереди была. Да, мне, конечно, если я открою этот информационный эр, и все это будет очень мне хорошее ускорение. Вот эти у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 тех просто будут ускорены сразу. Потрясающий престижный пригород. Может, я в австралийских городах могу построить? Где у нас тут престиж? Тут я могу. Потрясающий престижный. Это притягивающий. Вот здесь, наверное. Да, потрясающе. Вот здесь я могу купить клетку. Ну, ладно, это, наверное, не сейчас пока. Ничего не буду менять. Кого убили? Да ладно, нет. Линкор уничтожен военным лагерем? Как так? Ну вот это... Неожиданно. 96 сила стало. Ну, наверное, пришло время замириться, похоже. Потому что это 96 я не возьму. У меня, в принципе, давайте даже глянем... Что тут такого, ради чего это чудо уже не особо надо? По ресурсам тут есть что-нибудь? Лошади, а тут что? А, блин, тут уран. Блин, я бы уран взял, я бы в мае кинул. Блин, а он к какому городу относится? Он точно... Да, он к Брисбену относится. Блин, ну надо... К сожалению, надо брать. Придется сначала этот военный лагерь убивать. Потому что я не могу пролезть, он меня бьет очень больно. Мне надо убрать, чтобы Брисбен спокойно обстреливать. Блин, целый корпус линкора уничтожен. Охренеть. А, тут нельзя. Здесь можно. Так, а этого сюда отправим. Сколько ходов? 4. Я беру ученого. Больше вроде ничего не беру. Майя случайно ученого не может выкупить? Не может. Брисбен, интересно, а Брисбен он мне не отдаст, да? А, нет, не отдаст, потому что это его столица теперь. Да, ну уран нужен. Канал в разработке. Зачем он тут все канал пытается построить? Непреодолимое желание строить каналы вместо армии. Это вот про... Австралию в этой игре.
Sure, jets are fast and economical, but oh my, what fun we've lost and what leisure we've sacrificed in the race for efficiency. Вообще интересно, что у меня самое большое производство в Калине. Может, мне надо было Магнуса туда отправить? Вообще, наверное, да. Мне надо как раз 5 ходов. Тут, конечно, пускай спутник запускается, но Магнуса надо отправить. Тут у нас как с жильем. Тут все нормально. Довольство, правда, уйдет. Но Магнус должен в Калине сидеть. Ну давайте-ка посмотрим Кристину пока. Но я сомневаюсь, что она вменяемая. Однократно 333. Ну, в принципе. Хорошо, Испания. Триста 28. Этот поменьше. Так, эти две черепахи можно с кем-нибудь поторговать. Тоже 328. Ну, давайте еще глянем. Египет. А, у Египта 13 всего. Ладно. С кем. Кому черепаху продать и за что? Шелк нет. Табак. Красители. Гипс. А, у него есть черепаха, блин. У кого вообще есть черепахи уже? Угу. Не, ну с Майя не хочу торговать. Она слишком уже вырывается вперед, поэтому где тут табак от Голландии был. Так, я там 40, конечно, горго плачу. И слава. Старый стёк, союз. Так, я бы еще с испанцем, кстати, заключил последний однократно. Ну, в принципе, однократно можно. И заплатить, да. Так. И давайте с испанцем, наверное, уголек. 410. Ну, заплачу. Он мне надолго, у меня, видите, не так. У меня минус 3 всего вход. Получается. Терпимо. Так, что я открыл? СМИ. Ну, наверное, в космическую гонку пошли. Затоп...
купила. Все, я уже могу не апать, значит. И следующим ходом я, по идее, должен забрать великого ученого. Отлично. Так, тут просто вырубаем, потому что не дотягивается город, это четвертый радиус. Правда, нету смысла обрабатывать эту клетку. Они просто не будут обрабатываться никак. Брисбен надо брать. Вы не вкладываете силы в развитие. Нифига себе не вкладываю. Я тут уже, по-моему, второй. Нет, вру. 403. Голландии 403 культуры. Но они не могут победить туризм именно из-за того, что тут у всех дофига культуры. Классненького ученого. Абдус-Салам. Какой мужчина. Ученый. Ну-ка сейчас посмотрим. Ничего не видно. И тут хобана. Класс. Да, вот с этими случайными техами этот ученый очень крутой. Так. Лунная экспедиция. Запуск колонии. По-моему, нам лунная экспедиция следующая нужна после спутника. Так что сюда пойду. Блин, даже лагерь 88. Хрен пробьешь. Вероятность побега повысим на всякий случай. Сидней, лаборатория, зоопарк. Не знаю, давайте отремонтируем укрепление на всякий случай и шпиона. Вот, я вообще-то много могу шпионов. Лаутара Клеопатрия объявила. Менелик Лаутара, потому что в союзе с Клеопатрой. Я вообще реально удивлен, почему Клеопатру вообще не распыли, даже ни одного города у нее не забрали. Хотя с ней воевали самые сильные цивилизации. Вот он Таругу перекупил. Таругу плохо, что австралиец перекупил. Это минус наука мне. Вообще, если я Брисбен возьму, то уже Лансестон, я думаю, что дозабираю. Может мне армады тут сделать? О, 700 баксиков. Похищено. Блин, только не говори, что ты... Ну, он, наверное... Блин, да он высадится. Так, мне... Он тут город поставит, тварина. Ну, я, наверное, давайте так сделаю. Блин, там еще и подводная лодка. Он, наверное, еще подводная лодка. Я так... Блин... Так, сколько? Четверо. Раз, два. Раз, два. До последнего там сражается австралиец.
наверное, обосновывается. Мне надо быстро будет перебрасывать по городам Майя, чтобы... Пингалу. Ну, Пингала сейчас уже не так страшно. Но он мне не так много дает. Мне, кстати, Пингалу, наверное, тоже стоит пересадить в тот город, где, который второй по производству после колена. То есть 120, 80, 84, 64, 65. Ну, я даже не знаю. В этих, наверное, не так много, да? Так, берем... Ну, а пульс паровой машины. Какое-то производство хоть дополнительное. О, Грузия объявила. Надеюсь, она заберет Лансистон. Нет, не высадился, слава богу. Так. Я в Перте или в Канберре хочу наверное, в Канберре, просто тут отсюда он быстрее добежит. Построить инженера, чтобы все-таки доделать проход. Мне интересно, что здесь внутри. Давайте-ка я апну. 405. Ну ладно. Нам нужен вертолет. Давайте, наверное, уже перебросим. У нас в Ушмале, значит, в Ушмале перебросим. И уже начнем Майя гадить. Три, шесть, 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 восемь, Таруга. Блин, еще и Фес есть, охренеть. Но я в Нанмадол брошу. Ну, кстати, мне бы Нанмадол засоюзить еще. Это вообще возможно? Да. Потому что это еще куча культуры даст. Вот он, Нанмадол, дает сейчас куча культуры кому? Майе. Он дает культуру каждому прибрежному району. Я не буду тут ничего менять. О, у меня даже уже уголь пошел нормально. Блин, кто-то у Эфиопии партизан сделал, но гадить будут они мне. Сейчас караван точно один раз грабят. Два разграбили, трындец. Два каравана минус, просто из-за того, что в Эфиопии кто-то... Это, вот это, кстати, реально баг, они бы вот это поправили. Почему партизан нанимают в городе соседа, и они не на его территории появляются, а на моей? Ну, логично было бы, чтобы они вообще ко мне никакого отношения не имели. Кстати, еще ученый для чуда стоит. Может, какое-нибудь чудо построить? Что у нас тут осталось? Статуя свободы. Ну, почему нет? Вы получаете 100% лояльности навсегда. Кстати, может, в Стерлинге? Нет, тут слишком хорошие клетки. Ммм...
Но только если в Абердине. Вот сюда. А, тут невозможно. Ладно. Торговцев строить по одному ходу. А, блин, мне уже спутник надо будет запускать. Пока отменю торговцев стерлинги. Броненосец переименуем в варяг. Так, когда этот лагерь-то сдохнет наконец? Все? Или его обязательно захватывать надо? Походу да. Ну окей. Нет, Брисбен захвачу таки. Лагерь вот этот был... поселенца... Ну ладно, пока поведу. А вдруг там на несколько городов место окажется? Кстати, проект Манхэттен тоже можно было бы. Так, спутники, нанотехнологии. Ну, давайте по очереди здесь открывать. Мы ж не знаем, где нам... Где наша нам необходимая теха. Блин. Ну что, сейчас корабль разграбил. Рудник в Сиднее был разграблен. А, это подлодка. Подлодка разграбила. Поэтому я думал, она какой-то караван. Видели, у нее там золотишко такое всплыло. Неочевидная гуманитарная помощь. Минилику не хочу помогать. Ну какой военный кризис против... Против меня. Запустили искусственный спутник. Кризис не принят. Украли денежки. Смотрим на карту в итоге. Он, конечно, Майя, смотрите, как хороша. Давайте глянем, хоть кто-нибудь, у кого-нибудь города захватывал? Что выглядит так, как будто они только города-государства захватывали, и все. Ну да. Трындец. Ну, во всяком случае, на этом континенте. А на этом... То же самое, похоже. То есть, сколько бы они ни воевали, но... Города никто ни у кого не захватывал. А, ну тут все понятно. Можно не пытаться... Пролезть... Это я просто удаляю поселенцев. Наверное, если бы тут было место, то компьютер уже построили бы. Проход.
не должен, по идее, военный лагерь восстановить до того, как я Брисбен возьму. Так. Нету промышленной зоны. Вот я что-то тупанул это не посмотреть. И вообще промышленная. Ну вот, есть. Класс, да, компьютер строит космопорт в городе, где нет промышленной зоны. Нафига? Нафига нам производство, да? Кстати, вот тут он делает. А сколько он уже запустил? А, это еще второй только. Ну, слушайте, тут у нас вообще гоночка идет. Нормальная. Так. Я, значит, запускаю здесь лунную экспедицию. Что у нас по... Блин, Майя на 1500 забирает. Нет. Мне бы ее забрать. Прокачка для губернатора какая-нибудь поближе, потому что мне надо Магнуса. Конечно, давайте вот мобилизацию открою. Блин, через капитализм 3 хода. Ну, все равно надо. Потому что я не вижу тут ближе ничего. Да, что-то я тут тупанул. Хорошо, а в Аккабнале есть производство? Класс, и тут нету. И, он там, и она там строит проекты. Нафига она вообще строит хоть какие-то районы, спрашивает компьютер. Зачем компьютер строит хоть какие-то районы? Если ему вообще нафиг надо, он все равно запускает все. Вот зашибись. Ну, не знаю, в Ящелан давайте хотя бы отправлю, потому что там хоть что-то, хоть какой-то район. В Киригу, в Ящелан... А, в Кобе еще есть. А Кобе это где? Давайте, наверное, в Кобу. Там большой город. Буду, пожалуй, тут стоять, если опять тут что-нибудь возникнет. Попытка не взять губернатора тоже надо отправить к Майе. Осуждает меня Спарта зачем-то. Блин, Пингалу я мог обратно вернуть. Наверное, Пингалу в Роксбург отправлю все-таки, или в Скон. Если тут больше производства в Сконе. 83-64. Просто еще на космическую гонку его прокачать надо. А, в Сконе Лян. Не, пускай там Лян, лучше в Роксбург. Да, блин, чуть-чуть не хватило. Так, вот и уран. Ну, наверное, минус 152? А, ну у меня же караваны прекратили бегать, да. Ну, там, правда, 2 только каравана. А, тут сейчас много прекратило. Сейчас, ладно, надо будет посмотреть. Ну, я все равно куплю. А, подожди, зачем покупать? У меня вот тут... Есть.
Отлично. Ну, Лансистон, наверное, поможем Грузии забрать. Нафиг он мне. Еще одного можно сделать. Или нет, тут давайте проект Манхэттен. А торговца... Еще в стерлинге. Так, ну нафига я тут? Дел войны этих. Позиты пока откроем. Блин, опять Пингалу. Нет, или отправил. Что-то я... Отправил Пингалу, да. Как там следующий? Ну, это Майя забирает. Блин, мне бы, наверное, гранты на науку поделать. То что-то... О, ущерб предотвращен. Отлично. All material things seem to have been composed of the hard and solid particles, variously associated with the first creation by the count. Так, как меня обстреливать, если я его не вижу? О. Бесславная кончина Австралии, конечно. Бесславная игра. Давайте постепенно сюда подводить. Мне будет надо апнуть атомную подводную лодку и ядерку потом бросить. О, умные материалы, отлично. Так, что у нас тут по техам? Мне интересно, что Майя открыли уже. Нанотехнологии. Никто еще не открыл, кроме меня. Отлично. Не может не радовать. Меня только интересует, что у нас тут дальше. Ученый инженер. Ну, этого я пропущу, конечно. Я что-то ученый, тут просто 6 ходов мапуче. Я очень... Даже если я буду... Хотя...
Может попробовать везде поставить на... Так, уран накапливается. Где поставить на проекты? Что-то я такое открыл. Капитализм. А, за международные пути. Ну, мне, наверное, уже не надо. Там эти международные пути не так много дают науки. Знаете, наверное, шпионы быстрее работают. Блин, тут нету губернатора, ну охренеть. Он, ну как вот с компьютером играть? То есть он запускает ракеты без в городе без губернатора, без промышленной площади. Класс. Давайте источники тогда, наверное, 74% маловато. Для шпиона третьего уровня. Куча городов поотваливалось у ребят. Блин, опять забыл, что у меня уголь закончился. Сижу чисто, покупаю уголь у всех. Так. Друг турок. Ты, если у тебя 50 куплю. 1200. Это многовато. 40. О, 657. Это я, пожалуй, приму. А может еще вот так? 657. Ну, нужен уголь, у меня иначе падает очень сильно наука. Ну и, соответственно, сила... юнитов уменьшается. Причем обратите внимание, что сначала вот не хватает угля, когда, да, он высчитывает, чтобы... Сначала он просто убирает электричество. То есть на юниты это в последнюю очередь влияет. Умная экспедиция запущена. Так, у меня закончился союз с Минелитом и с Грузией. Естественно, я их продолжу. Кстати, интересно, ко мне кто-нибудь посылает караваны? Нет, вообще никто. Так, что у нас по научной гонке? Я единственный, кто вторую ступень запустил. Так, ну я обстреляю, а город пускай захватывает уже Грузия. Это она будет считаться, что она уничтожила Австралию, ей минусы пойдут. Все еще до сих пор, кстати, горца не сделал. Ну, не нужен как-то. Так, стоп, а что-то тут? А, это следующим ходом уровень будет. Опять. Хорошо, что я тут пушки оставил. Так, караваны он мне вроде не сможет никакие пограбить.
Так, ну-ка смотрим, значит, 118 производства, даем повышение на кооперацию, то есть все промышленные зоны начинают влиять. 136. Ну, не то чтобы много, кстати, но на один ход убыстрилось. Блин, 17, ну... Давайте все-таки попробуем, мне кажется. Мне не так важна ядерка, как исследовательский грант вот этот. Охотство в гавани зачем? Так... Перти тоже. Ну, тут надо доделать лабу. Допустим, ходов, ладно. Я подумаю. Из Римской империи поймали. Ну что, ты не можешь захватить, господи. Уже даже хитпоинтов у города нету. Я думаю, следующим ходом захватит. I would say invisibility would be sort of a fun power to have. Just to see what it was like to move through the world and not be looked at. $405. Блин, надо где-то... Я могу самка сейчас захватить, но... Но не хочу. Кстати, мгновенно строит маяк и верфь. Это, я думаю, в Брисбене очень бы неплохо было. Так у него жителей нету для гавани. Тут жителей нету. Там бар. Что, поставим космическую гонку? Наверное, да. Фашизм. Может, коммунизм? Ну, блин, демократия дает... Ладно, пошли... А, я не знаю, где у нас синтетическое корпоративное либертарианство. Вот тут. Пошли пока в холодную войну. Блин, а вместо чего? Вместо шпионов поставим. Если есть военная академия или порт. Не апгрейжу, потому что у меня денег нет. Мне лучше придерживать. Так, хищение шедевра. Давайте подрыв плотины. Тут как раз очень в тему будет. Так, тут у нас начнем. Давайте попробуем тоже дамбу. А, так это и есть дамба. Хотя больше тут нету ни... Вот еще ящелан надо будет перебросить. Повод для войны за расширение горга. Ну уж как-нибудь... Обойдемся без войны с горгой, я думаю. Сейчас следующим
А, все. Добила Грузия. Сейчас Майя заберет этого ученого. Плюс 100... Блин. Ну и все, можно отменять, в общем-то. Видели там просто, ну... Ладно. А кто на 100% взял? Голландия? По-моему, Голландия. Нет, Мапуче. Ну, Мапуче, ладно. И 1500... Ну, для Майя не очень приятно, но... Она, возможно, вот на эту, например, потратила, наконец. Мапуче даже космопорт не открыл. Так, ну... Может, флот расформировать? Жалко, с другой стороны. Блин, мне этот уголь надо. Вот мне почему уголь быстро уходит. Да, надо починить уголь. Знаете, наверное, посадим к нам, чтобы космопорт не ломали. Поплыли, может, к Спарте, а вдруг она еще войну нам объявит. Да, тут дамбы нету сорвать. Но в Ящелане есть. Так, исследовательские гранты на самом деле не нужны. А, это перт. Перт. Канализация, может? Нет, тут жилье есть. Биржа. Торговцы, давайте. Что, еще что ли какие-то разграбили караваны? О, я войну Трояну объявил, потому что Троян кому объявил войну? Грузии. Ну, кому-то Грузии, короче, Грузии, Египет, все там. Троян поплыл. Ну, я пускай оно завершится, просто быстрее откроются техи. И нам еще ускорение надо. Ну, блин, долго. Хорошо, у нас еще на инженеров на самом деле может быть надежда. Но дело в том, что у всех остальных они очень долго появляются. То есть я этого пропущу, но. То есть мне даже, возможно, его надо взять и на следующего набивать. Да ладно. Только я решил пересадить, мне в колени поломали космопорт. Охренеть. It ascends from the earth to the heaven, and it again descends to the earth, and receives the force of things superior and inferior. Немножко откладывается. Почему такой большой минус по деньгам? А, блин, Микены союзник. К
Класс. Отлично. Хорошо, что у меня два выстрела из города благодаря Виктору. Так, тут мы дамбу ломаем. Сменили ком третий уровень. Зелено разделить, но это неинтересно. Чем сюда прется Микена через этот... Robotics has been around forever, and it's been the next best thing forever. And it's so exciting and compelling that it's easy to get carried away. За Нобелевская премия мира. Самый мировой, но это явно не я. Так что... Так, нам вот синтетическую технократию. Всех проектов ускорение. Давайте проверим на всякий случай, вдруг там, то я на науку смотрю, а вдруг там не, без шансов. По религии Менелик, конечно, обратил, но на другом континенте слишком много всего. 45 городов, 26. Он мне не грабил кампус. Так, центр вещаний. Ну что, может действительно... Так, еще торговца можно. Проекты... Дамба в Кабнале повреждена. Все разрушено. Смотрите, сколько солнечных панелей стоит для электричества. Кстати, а у меня открыто что-нибудь? Ветроэлектростанции надо ставить. Сейчас я ремонтирую. Да, давайте еще рабочих. Там мне даже скорее... Вот эту надо открыть. Прогнозирующие системы. Береговые электро... Две единицы энергии. Блин, ну мне ускорять... Ну, блин, мне надо электричество и ускорялки потом. Да нет, а что тут... Так, все. Тут как-то других вариантов нету особо. Так, колен. Торгуют в Перте. Давайте тут тоже строители. Может эту поставить на вашей территории? Мне вот это уже особо не надо. Там, конечно, можно еще послов. Вот это ставим. Так. 6, 6, 6, 6. А, нет, уже даже не надо. А, фес. Ладно. 737 науки. На втором месте по количеству науки 500 мапучи только. Но мапучи не конкурент. Смотрим. Нанотехнологии никто не открыл.
Или что им заправят, чтобы они не строили. 2 очка я себе дам, хотя я не посмотрел. А вдруг кто-нибудь дипломатию еще выигрывает? Нет, никто. Запрещают лесов вырубку. Стоимость снижена на 50% за золото. Очка дипломатической победы Минилик. Multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Так, пока цифровую демократию не принимаем. Туми 8 в Адисабебу. Не, в Эдфу. Там же еще и еды дофига. Так. У Майя где-нибудь вообще губернатор есть? В Ушмале, в Кобе. Давайте в Кобу. Микены отвалились от Греции, явно ко мне. А, ну у нее темный век, у меня-то золотой. Так, в стерлинге торговец, больше нельзя. Ну давайте на логистика промышленной зоны. А, все. Все. Можно уже ничего не делать. Так, а что ж тогда тут строить? Ну, наверное, не знаю, подготовка спортсменов мне нужна. Одну очку дипломатическую, 2 единицы туризма, кампус. Нет, это все не надо. Тогда просто в науку. Больше ничего строить не имеет смысла. В Перте тоже. Просто чтобы быстрее все открыть. Надеюсь, мне больше не будут. О, наконец-то Харер отвалился. Ну, я не знаю, что это за херня такая была, что Харер не отваливался при полностью окруженном Грузии с одинаковой эрой и при этом рядом со столицей. Это что-то вообще непонятное. If the enemy know not where he will be attacked. He must prepare in every quarter, and so be everywhere weak. Так, королевское общество, синтетическая технократия. Места 30%. Ну, можно либерализм. Тут все, не знаю, содержание юнита уменьшить на 2. Что у меня юниты дофига жрут. И что-нибудь тут.
Шпионы быстрее делают все. О, слушайте, нормально так на соточку снизилось содержание сразу. Так. Береговые электростанции фигачим. А чё? Я карточку на... А, это демократия давала, блин, да. Производство демократия давала. Ладно, все равно... Нужна вот эта карточка. Два производства и пять золота от всех торговых путей. Блин, Троян впереди. Интересно. О, это уже запустило эту... Блин, да мы тут с Майя ноздря в ноздрю. Странно, а как? Я не понимаю, как Троян может быть здесь, при этом не открыв нанотехнологии? Не могу обещать. Захватили мы его шпиона. Так, ну время ядерки. Я буду их кидать на Майя, конечно же. Так. Пошел уже в плюс. Но мне надо больше... Больше... Энергии. Я тут буду... Продолжать... Рабочих строить... Да, Горга 540. Горга, по-моему, культурное все открыла давным-давно. Ну, по науке. Тут даже Майя отстает. Ну, слушайте, если Майя отстает, то, по идее, я должен выиграть. Потому что она не успеет открыть ускорение. Еще и умные материалы даже не открыла. Так, тут мы повышаем на космическую гонку.
Опять. Да сколько можно? Да, блин. Кто там постоянно Эфиопу партизан делает? Глобализация. Блин. Да вы достали. Интересно, если... А, нет, они все равно будут появляться. Да чё за напоминалка про смену курса, если ещё не от... Ой, у меня с кем-то союз закончился. С Египтом. Надо возобновить. С Египтом норм союз. Ну вот. Отвалился город от Египта. Это не захватил Рим, это просто отвалился город по лояльности. There will be no borders, no boundaries, no flags, and no countries. And the only passport will be the heart. Да, блин, ну вы задолбали. Ну что это за говнина? Какая-то хрень происходит просто. Тут буду стоять. Тут ставим электронную коммерцию и, наверное, плюс 5% науки. Давайте вместо шпионов. 771 не намного улучшилось. Строители. Да, хватит, наверное. Впервые в игре я, по-моему, Рейну не использовал. Стерлинг, давайте. Блин, надо апнуть капер в подлодку, чтобы ядерки кидать. В мае. Вот... Что обращает на себя внимание, что компьютеры вообще не используют самолеты никогда. Зачем-то строят аэродромы, но самолетов на них нету. Я не знаю, я ни разу не видел, чтобы компьютер использовал самолеты. И не используют... Смотри, как стоит самолет. И не используют зенитки, вот, ПВО.
Вот у нас на губернатора. Мне лучше тут ставить эти ветряки. Где там копирок? Блин, на деньги заканчиваются. Что делать? Еще 4 хода минус 40 горга. Что у нас по ресурсам? Еще одна черепаха. Нет, не хочу. Слишком мало денег. Так, с этим я воюю. Кстати, а мир мы не можем заключить? О, можем. Какой петух? О, норм. Так. Ну, уже немножко поправил денежную ситуацию. Может, что-то попродавать. Какая трусть, ты мне сама войну не объявляешь, я с тобой воевал пол игры вообще-то в начале. Кстати, а как у нас со счастьем? Плюс один, норм. Кстати, сейчас ядерка еще больше будет содержания требовать. Денежку какую-то спер. Мне надо шпионов чисто на тырение денег. Так, давайте вот сюда, 6 ходов. Ядерку. Ты уже межпланетную запускаю? Ничего себе. Ну да, тут походу, ну прям удивительно, честно говоря. Я в какой-то момент уже не думал, что я тут смогу победить, потому что это ужасно, какой-то старт, так все плохо, и действительно без варваров компьютер
намного сильнее становится. Ему не надо с ними воевать. Все, у меня уже полетело. О, кстати, а вот и время 4 очка за мой юнит получить. Так, и мне не хватает до золотого века 3 очка. Ну вот флотоводца, предположим, получу это 2. Ну, я, честно говоря, не знаю больше, где получить. Ой, блин, надо было поторговаться за союз. А, он хоть швеям заплатил. Ну, вообще, два можно. Так. 20 тысяч у Менелика. Не хочет ли он мне, например, за 30 алюминия и 12 урана что-нибудь дать. Тринадцать вход. Ну ладно, что поделать. Хоть как-то. Блин. У меня там шпион. Четыре хода. Четыре хода. У меня сейчас минус по деньгам пойдет. Это судоходство в гавани хоть деньги даст. Здесь. Давайте торговца. Какие-то торговцы пропадают. Так, вот это я расформирую, пожалуй. 4 золота потребляло сверху. Ну, тут еще не нужно. Это я оставил бы. Эти вот это все. О, сразу. Бомбарда точно не нужна. Этих бы я оставил еще. Ну. Ну вот, минус 38 уже поприятнее. Да, в золотой век не получится. Мы, наверное, лучника надо расформировать. Арбалет тоже нафиг нужен. Где там ускорялки? Не говорите, что они последние будут. Да, блин. Вы достали. Магнуса выкинули, прикиньте. Слушай, это крутой флотоводец оказался. Он две техи, то есть ускорил. Считайте, на ход приблизил меня. Давайте лучника. Арбалет. Слушайте, а почему у меня не в космопорте, а в этом сидит? В кампусе, блин.
Так, ну я уже лечу. Один световой ход. То есть, вот сейчас еще Майя закончит, но им... Они даже еще кибернетику не открыли. Тут находится. А я уже следующим ходом начну. Да блин, опять разграбили? Да вы достали. Ну что это за говно? Ну ты задолбала. Просто задолбала эта фигня. Есть куда-нибудь караваны, чтобы не через ту степь шло? Вот. По эльмапу, я так понимаю, да? Хм, давайте присоединим Микена. Хе-хе. Блин, если бы прошлым ходом было, вышел бы золотой век. Если успею ядерку бросить. Отлично, очень важная информация. Никаких посольств. Ты еще сейчас под впечатлением от моей бомбы будешь. Там просто бомба. After 11 days passage in this violent flight, I perceived we began to понеслась так. If I may so call it. У меня еще даже на алюминии есть. Так, алюминий. У меня вот плюс 100% нету, к сожалению, так бы намного быстрее. Так, все, нам не нужен. Не нужна наука, только производство. Лишние остаются послы. Так, ну, через три хода будет... Два, три, четыре. Три хода у него будет... Четыре вход. Восемь. Ну, тут 3-4 хода, видимо. Еще. Так, время ядерки. Я все-таки ну, на столицу, конечно, с космопортом вот сюда.
Так, следующим ходом мы тут гавань сможем построить. Я просто тут отложу производство. Вот тут стоит фокус на науку. Ну, больше на самом деле не на что переключать. Мне ничего не надо. Нафига мне музыканты или флотоводцы там? Сейчас уже. There is nothing like a dream to create the future. И еще одна. Сюда, наверное. А еще одну смогу бросить. О, я аж три успел. Так, тут тоже можно убрать все на науку. Промышленную это мы оставляем. Это тоже на производство. На счастье все это оставляем. Можно алюминий поставить. Это демократическое наследие. Так. Улетай, птичка, тучка. Улетаю. Ну, хочу сказать, да. Намного сложнее стало. Вот с этим. И это я еще взял цивилизацию, которая. У которой есть улучшение на плюс к счастью. Да. Class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat. Так, тут 23, ладно. Так сделаем, сколько мы летим? 8 из 25, 7 световых лет в ход. Ну, походу, 2 хода осталось. Да, короче, не буду я уже тут никого размещать. О, мою подлодку нашел. Нет. Уходим. Блин, я потерял ход. Блин. Не брошу ядерку, похоже. Сейчас, наверное, меня тут прижучит. Ух ты, мне Голландия войну объявила. И... Ого, сколько мне человек сразу войну объявил. А чё так... А это не мне, кстати. Это они... Вильгельмина объявила Минелику войну, а я так как союзник Минелика, то я вступил. А Горго... Горго кому? Что я вступил? Тоже Минелику. Они оба Минелику зачем-то объявили войну. Ну, хрен с тобой. Я даже не буду драться там. Невозможно. О, все-таки смог. Могу кинуть еще ядерку. Ей. Давайте, наверное, в центр куда-нибудь.
А, нету. Подождите, а вот это что? Одно ядерное устройство. Что за фигня? А, юнит поврежден для атаки. Ну, кстати, хорошая идея, да. Типа, поломано устройство, кидающее ядерки. Да, вот теперь точно два хода осталось. 15 пролетел. Да. Ух ты. Ну, кстати, очень поздно. За два хода до конца только рок-группы поехали играть. There is nothing like a dream to create. Shift Enter просто нажимаю уже. Ого! А там человекоподобные роботы прутся. Поздно, мы улетаем. Поздно, ребята, поздно. 2600 военной силы у турка, 2300 у Грузии. Накопили. Да. Победа. Отлично же, очков какой-то смог получить за Шотландию. Я вроде побеждал уже за Шотландию. Давайте посмотрим. Просто насколько я отставал. Вот смотрите. Просто я просто последний шел. Долгое время. Тут, опять же, в Циве главное просто вначале, чтобы тебя не снесли, драться каким угодно способом, а потом у вас прокачиваются юниты, это очень важно их не терять. Вот смотрите, при игре на божестве самое важное, сколько уничтожено юнитов. Видите, я на четвертом месте среди всех. А кто у нас тут так воевал усердно? Клеопатра и Майя, получается. То есть я уничтожил... Ну, где-то в районе 60 юнитов, да? А потерял? Вот я на последнем месте. И тут только в конце я тут начал что-то терять. Понимаете, да? Кто-то у нас тоже Гильгамеш. Ну, Гильгамеш, наверное, ни с кем не воевал практически. Вот и все объяснение победы. По-хорошему. И постепенно потом вы начинаете... Я не знаю, почему компьютерные игроки в какой-то момент просто... Просто есть такое ощущение, что останавливается. Я уже который раз это говорил. Еще культуру гляну. Да, тут, конечно, Горга и Голландия, да? Ломанули, неизвестно зачем. Вера явно у... Нету ты... И этот Гильгамеш... И Гильгамеш-то... Ой, Менелик. Менелик шел, но его потом... Догнала и Крист... Нет, кто тут? Сулейман, да? Это у меня столько веры было в конец. В конце. Это я, наверное, когда австралийца захватил. Фига себе, у меня вера была. Я вообще ее никуда не тратил. Ну, в общем, вот так, да. Я рекомендую попробовать с последним патчем. Еще и сыграть без варваров действительно тяжело становится. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ваши впечатления в комментариях, надеюсь, прочитать. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!